Лечебно-консультативная поликлиника работает в городе над Бугом 15 лет. Ее создание – пилотный проект Министерства здравоохранения. Цель – уменьшение нагрузки на другие медучреждения, а также улучшение самой системы. Сегодня, когда услугами поликлиники пользуются десятки тысяч человек ежегодно, очевидно, идея была актуальной, а ее реализация – успешной. Государственное унитарное предприятие «Лечебно-консультативная поликлиника» в этом году, 15 августа, отмечает свое 15-летие. Оно было создано для того, чтобы люди могли за свои личные средства по доступным ценам получить квалифицированную медицинскую амбулаторно-поликлиническую помощь. Одно из востребованных направлений – лабораторная диагностика. Современное оборудование и профессиональный медицинский состав позволяют проводить исследования точно, оперативно и при необходимости анонимно. Скрытые инфекции, в том числе и половые, паразитарные заболевания, уровень гормонов щитовидной железы и не только. Специалисты выявляют и определяют малейшие отклонения от нормы. В поликлинике проводится очень высокий спектр оказания лабораторных услуг. Комфортные условия, хорошая аппаратура, квалифицированный персонал, которые позволяют работать качественно. И в данных условиях мы востребованы для наших граждан. Но к нам обращаются не только брестчане, а также жители районов. На прошлый год только физических лиц, обратившихся за оказанием лабораторной помощи, это число составило 93 тысячи человек. Занимаются сотрудники всей нашей лаборатории, все имеют высшую первую категорию, постоянно проходят обучение. Лаборатория у нас постоянно модернизируется, закупается новое современное оборудование, расширяется спектр исследований. У нас нет очередей, мы никому не отказываем, всех принимаем. Анализы выдаем в срок. В 2006 году было создано гинекологическое отделение. Оно расположено на улице Кижеватова, 76. Здесь работает 8 специалистов, которые консультируют, лечат, проводят лабораторную и ультразвуковую диагностики, криодеструкции, хирургические вмешательства и многие другие медицинские манипуляции. Одним словом, помогают представительницам прекрасной половины человечества сохранять и укреплять здоровье. В отделении проводится широкий спектр медицинских услуг. Это консультативный прием врача-акушера-гинеколога, лечения заболеваний половых органов, в том числе шейки матки. Производится регуляция менструального цикла. И проводим некоторые оперативные вмешательства, такие как гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание. Также у нас большие планы на развитие медицинских услуг. Планируем открыть дневной стационар для пребывания беременных женщин для лечения патологии беременности и внедрение методов эстетической гинекологии. Еще одно отделение поликлиники находится на Пушкинской, 33. Оно наверняка знакомо тем, кто работает водителем или решил быстро и качественно пройти медицинский осмотр. Любой, будь то водительская комиссия, проверка профессиональной пригодности работников или абитуриентов перед поступлением. Отделение медицинских осмотров является специализированным структурным отделением для проведения медицинских осмотров, включая водительские комиссии, медицинские осмотры периодические и предварительные, а также медосмотры абитуриентов, поступающих в высшее учебное заведение. Не один год функционирует в поликлинике и наркологическое отделение. Здесь помогают избавиться от зависимостей эффективно и анонимно. Это комплексное лечение, которое дает человеку справиться с серьезной проблемой. Мы подходим индивидуально к каждому пациенту, составляем программу для лечения. То есть это и, как я сказала, психотерапевтическое воздействие, введение препарата, назначение лекарств после кодирования и консультирование в течение года, то есть сопровождение человека по трезвости. Кроме того, у нас есть вывод из запоя с почасовым и суточным пребыванием в стационаре. Здесь дают бой не только алкоголизму, но и табакокурению, а также консультируют родственников пациентов, круглосуточно проводят предрейсовые осмотры и лечение больных терапевтического профиля. Мы лечим больных терапевтического профиля в условиях стационара, дневного стационара. Это внутривенные, внутримышечные, внутривенные капельные введения препаратов. Запись электрокардиограмм. Всех услуг, которые оказывает поликлиника, в рамках одного сюжета не перечесть. И с каждым годом список расширяется здесь. Пожелания и потребности пациентов стоят во главе угла. Мы рады в нашем учреждении
встретить наших брестчан, гостей нашего города. Мы оказываем медицинскую помощь также иностранным гражданам, которая для них также востребована, и по ценовой политике она доступна. Мы хотим в дальнейшем также развиваться, чтобы быть востребованными на рынке медицинских услуг. Я думаю, люди, которые обратились за медицинской помощью к квалифицированным врачам, за лабораторной диагностикой, остаются довольными. И наша помощь на рынке медицинских услуг в течение 15 лет, она всегда востребована. Главный корпус лечебно-консультативной поликлиники находится в самом сердце города, на площади Свободы 3, в здании, к слову, имеющем историко-культурную ценность. Конечно, оно переоборудовано и имеет современный вид, но сохранило свой шарм. И такого принципа здесь придерживаются во всем. Используют опыт предыдущих поколений, но современное оборудование, передовые технологии и лучшие материалы для создания максимально высоких результатов в настоящее время с перспективой на будущее.